Всем привет! Рада приветствовать вас на канале про IKEA. Меня зовут Татьяна. Сегодня мы вам покажем и расскажем про новинку. Это коллекция для животных. На самом деле она очень долгожданная для России. Раньше ее производили, но потом резко перестали. И тем, кому она нравилась, как бы люди хотели обновить, да, там как бы другие животные появлялись и так далее, к нам часто обращались, а вот когда-то было. Ребят, да, было, пропало, теперь другое. Честно, старую коллекцию мы не застали. Она была где-то, ну, более, наверное, 7-8 лет назад, либо в Нижнем ее уже не осталось на тот момент, когда мы стали работать. Поэтому мы можем рассказать только с точки зрения новой. Мы уже попробовали миски из этой серии, нам понравилось. У нас дома Акита, и вот такая вот миска большая у нас очень замечательно зашла. Ну, не будем прыгать. Сейчас я вам покажу все, каждую позицию, расскажу о каждом артикуле номере отдельно. Давай сначала по мискам, подойди, пожалуйста, поближе. Значит, смотрите, миски представлены в трех цветах. Это черный, зеленый и белый. Четыре размера. Первый размер на 0,3 литра. 69 рублей. Артикульный номер зеленый и белый давай тоже покажем. Это для тех клиентов, кто заказывает дистанционно через посредника, чтобы вы могли дать артикульный номер. Белый. Вот артикульный. А теперь давайте отдельно расскажу о пластике. Во-первых, что мне понравилось, как владельцу собаки. Никаких острых краев, выступов нет, да, то есть пища спокойно отмывается. Сам пластик очень-очень плотный. Уже повторюсь, да, что у нас большая собака, она не смогла эту снести миску по той простой причине, что здесь очень хороший резиновый стопор. Не фокусирует? Может, на полку положу? Угу. Вот, смотрите, в качестве примера, это пол, да? Видно? То есть миска ездит с большим усилием. То есть просто, чтобы ее подвинуть, как вот едят животные, да, она никуда не убежит. То есть, чтобы ее подвинуть, нужна сила. Это маленькая, 0,3. Теперь давайте покажем на миску на 0,7. Это уже, ну, то есть вот эта миска была, это котики, либо мелкие собачки. Это уже средние. По функционалу все одинаково. Черная. И, ребят, я считаю, что ценник очень достойный. Мы покупали до этого миски в другом магазине. Соотношение цены и качества проигрывает. Вот эта коллекция мне понравилась. Ну, по крайней мере, по мискам. По остальным спорно. Будем сейчас рассказывать об этом. Так, следующая миска за 149 рублей на 1,6 литра. Смотрите, вот такой большущий тазик. Так, потому что, я думаю, на камеру будет неудобно вниз. Так, так вот сможешь попасть или в самый низ спускаемся? В самый низ. В самый низ? Неудобно? И также артикульный номер по цветам. Это, кстати, по литражу самая большая миска, 1,6. Следующая миска подороже, но у нее сейчас покажу особенность есть. За счет этого съедается объем. Вот такая вот миска на 1,2 литра. Сейчас я их расцеплю. Значит, миска вот с таким выступом круглым. Это, наверное, все-таки для собак, которые едят сухой корм. Честно, я эту миску не поняла. У нас обычная миска. Мы таким никогда не пользовались. Кто пользуется, расскажите, просто интересно, для чего вот этот выступ нужен. Потому что они слизывают, чтобы все тарелки не гонялись, да? С сухим кормом. Да, они как раз все как бы будет. Интересно, вот этого я не знала. Думаешь, для этого? Конечно. Остается два кусочка. А, и будет гонять, да. Это оно вот в уголке где-нибудь. И вот он выступ внизу. Еще что понравилось, мисочку можно, то есть миска выдерживает секунду, температура была указана. Так, можно мыть в посудомойке, произведены все миски в Индии, можно помещать холодную пищу. По характеристикам, все миски сделаны в Индии,
Можно помещать холодную пищу, мыть в посудомоечной машине. Про температуру, в принципе, максимальную не сказано. Я думаю, кипяток никто в миску животному не положит. Что мне еще понравилось? Миска цельная, то есть отлита из единого куска. Соответственно, я думаю, вот эксплуатироваться будет долго. Возможно ли микроволновки разогреть? Маленькие, если... Ну, значка такого нет, но я думаю, да, ничего не должно быть. Посмотри, должны значки быть. Значка микроволновки нет. Есть значок посудомойки, полипропилен, синтетический каучук. Ну, получается, до 100 градусов. То есть классика, да? Ну, по факту, я думаю, можно. Кстати, друзья мои, кто уже приобрел коллекцию, поделитесь в комментариях, это будет интересно. Кому что, потому что мы, кому что понравилось. Потому что мы только миску смогли для своей собаки из этого ассортимента найти. Как остальные позиции ходят, я сказать не могу. Так, с едой закончили. Теперь удобства. Всевозможные подушечки, лежаки, домики, котики искусственные. Кроватка, домик для кошки. 1499. Первоначально, как бы, ну, визуально смотрится эстетически, да, то есть нам понравился. Давай покажем артикульный номер. Цена. 1499. Стирать при 40 градусах можно. Черно-белый внутри и тоненький низ, сюда можно положить подушку. Вообще, давай покажем картинку, где это есть. Показано, что домик многофункциональный, может быть домиком, кроваткой и уютным уголком. На картинке, ребят, все красиво. Сейчас я покажу, что у меня получилось, чтобы собрать из домика кроватку. То есть, по факту, мы, получается, все углы заворачиваем вовнутрь. Я сначала думала, что это как обычно у Икеи, там какие-нибудь замочки, какие-то механизмы. Шиш вам, ничего. И, по факту, получается, не очень симпатичный лежачок. Ну, все равно, Дим, не сильно симпатично. Как бы, ну, если постараться, может быть, вытянуть, не знаю. Ну, у меня не получилось. Я уже не первый раз его сворачиваю. То есть здесь толстые стенки, здесь тонкая стенка. Вот как это выглядит с подушкой. Ну, по факту, лежачок такой косоватенький выходит. Поэтому, наверное, все-таки вещичка на универсальную не совсем тянет. Поэтому это больше домик. И... еще одно положение, и мы смогли это сделать. Это уютный уголок для вашего питомца. Ну, уютный уголок смотрится уже поприличнее, да, у него хотя бы поровнее складывается. Кстати, если мы на самом деле неправильно сложили лежак, а вы уже знаете как, пишите в комментариях. Я думаю, это будет полезно не только нам, но и другим подписчикам. Вот, давай поставлю. Ну, вот это еще более-менее. Когда жарко, наверное, совсем в качестве открытого варианта. Потому что домик полностью синтетического материала. И сомневаюсь, что в душной квартире кисеньке или мелкой собачке будет удобно. Ну, по факту, да. Животина может жить, наверное, на улице. Шторку вешать и не промокнет. Калакс. Со вставочкой для кошки мы в предыдущем обзоре новинки это показывали. Ну, обидели владельцев собачек. Можно было бы сделать либо две вставочки, либо более такой какой-то универсальный, либо, может быть, наклеечки какие-то. Что там кисонька, собачка. По факту, я думаю, маленькая чихуашка какая-нибудь могла бы туда вполне залезть. Так, эта вставочка стоит, по-моему, 2500, если я не ошибаюсь. Да, 2499, она давно уже есть на сайте. Это не новинка, просто вот, ну, привязана к ассортименту. Коллекция называется «Лурвик». Едем дальше. Вот такие вот подушечки. Зеленая, серая, белая и оранжевая. Давайте на примере зелененькой рассмотрим. Хотя нет, это другие. Значит, я ошиблась. Вот такая зелененькая подушечка одна. Подушка «Лурвик» 33 на 38. Подходит в качестве лежака. Вот артикульный номер.
чехольчик. Замочек спрятан вот здесь вот в резину, под резиночкой, чтобы не достали. Можно снять, постирать. И внутри с полиэстерными шариками вот такая вот подушечка. А на самом деле ткань поплотнее, чем у подушек с лен, либо бюджетных одеял Мюсграсс. И, в принципе, наполнитель тоже не совсем такой вот воздушный. Неплохой наполнитель, но подушка стоит 400 рублей. Кстати, мы ее в новинках, да, снимали, думали, что это за подушка такая волшебная, непонятная оказалась. А это, оказывается, лежачок для кисленьких собачек. Так, едем дальше. Подушечку возвращаем на место, где она лежала. Ну, так-то, в принципе, да, уютненько, если совсем для мелкой животинки. Просто когда своя большая животинка, мелкая уже не сильно воспринимается. Вот такой вот кошкин дом. Так, следующее. Потом уже дойдем до матрасов, прям по линейкам. Чехол для лежанки домашнего питомца. Внутреннего наполнителя нет. Просто из такой вот, по ощущениям, прорезиненной ткани. По факту сейчас скажем, что это. Полиэстер 52/35. Артикульный номер. Цвет только такой, черно-белый. Вовнутрь можно положить все, что вам хочется. Ну, кстати, самый бюджетный вариант вот, внутри. Ну, обычный, в принципе, как бы как чехол на подушку, только из полиэстерной такой прям плотная-плотная ткань. Я думаю, разодрать ее будет проблематично. Особо не зацепается, и такая жесткая. Самый бюджетный вариант – это подушка с лен. Если хотите такой вот пухлый лежачок, сюда этого будет вполне достаточно. С учетом того, что ткань плотная, я думаю, что она не будет промыкать. Да и если животина воспитанная, то проблем с этим не будет. Вот так они упакованы. Произведены в Китае. При 40 градусах можно стирать. Так, а дальше у нас идут по 499 рублей вот такие подушечки. Они, к сожалению, прицеплены намертво. И показать мы их сможем только вот так. Это подушечки-лежаки. Давай переверну. 30/48, серый, белый и оранжевый. Маленькая ручка, ну, очевидно, для переноски, да? Это вот артикульный номер серого. Точно такой же наполнитель, как мы показывали, Лурвик зеленый. То есть все то же самое, достать не смогу, прицеплено. То есть по факту это такой же лежачок Лурвик, только большего размера. Так, это уже... А, кстати, вот еще они есть дальше. Не, их не три цвета, а по факту получается 6. Черно-белый. То есть ткани две. Либо вот такая под велюр, какие есть чехольчики на подушке, либо вот такой полиэстер. Беленькая. Оранжевая. Хвостик везде зеленый, молния везде зеленая. Дальше оранжевая с белым. Обратная сторона просто оранжевая, зеленая молния и оранжевая с пятнышками. Артикульный номер. Кстати, у покупателей большого интереса я не увидела. Я сегодня девочек на кассе спрашивала, сказали, что очень редко покупают вообще что-либо из этой коллекции. Давай еще один артикул покажем. Зеленый. Расположена, да, она в самом углу масс-маркета, и потом уже начинается склад. То есть ее, чтобы найти, на нее надо наткнуться. Нет, клиент уже насытился в ромнике, и он идет уже на выход, а это? Кстати, вот смотрите рисунок, что это водоотталкивающий. То есть если животное живет на улице, вполне можно использовать. Особенно в летний период, да? Я бы в ресторан его выставку поставил. Интереснее это было бы. Намного эффектнее. Ну, это наше мнение, оно отличается от мнения сотрудников. Угу. Так, получается, малышей мы показали 40/38, следующий размер 46/74. Ребят, все то же самое. Такой же чехол,
такая же камера, но опять же достать ничего не сможем. Хорошо, хоть вот зелененький можно, да, было поковырять. Большие будут по 799. Давай показывать. Так, секунду. Получается, раз, два. А вот в таком виде их нет, хотя по системе они числятся. То есть помимо вот такого оранжевого, черного и зеленого, в среднем размере будет еще серый, белый и оранжевый велюрка. Но он числится в системе, но почему-то они повесили на выставку. Артикульные номера, если мы узнаем, мы вставим, да? Если нет, то, соответственно, только узнавать в магазине. Так, значит, артикульные номера теперь смотрим. 46 на 74 черно-белый. 800 рублей. У черно-белого задняя часть черная, у зеленого зеленая, у оранжевого оранжевая. Зеленая. Друзья мои, кто в ценах по лежакам ориентируется в других магазинах, либо на заказ, ориентируйте, пожалуйста, потому что там лежак не актуален, наши вечно жарко, и, ну, как бы соотнести, да, с другими магазинами. Стоит, не стоит, окей, вообще за этим приходить. Пока вот для меня можно зачем прийти, это за миской. Кошкин домик для меня как-то спорен, и по ценам тоже не могу сориентировать. Так, средние показали, теперь большие. Большие вот они все, 62 на 100, то есть уже для более крупного животного. 1500 они все стоят, черно-белый. Зелененький. Для кошек и собак. Это какая кисонька должна быть, чтобы на такой метровой подушке спать? Наглая. Наглая. Или мейкун, да? Серая. Ну, кстати, вот серая удачно, да, к чехлам, вот, которые к пледам. Ну, самый универсальный цвет, я думаю. Ну да, он в любой интерьер впишется. Если еще зеленый хвостик убрать и так вот припрятать. Ну, сам по себе и волосок, мне кажется. Mm-hmm. И убирать, наверное, вполне легко будет. В общем, мы ждем от вас больших комментариев. Да, мы сейчас еще покажем. Белый, да, оранжевый. Друзья мои, мы ждем от вас комментариев. Как, что, как вы пользуетесь этим, если уже пользуетесь. Понравилось, не понравилось. Вот так-то, в принципе, неплохо. Но надо сравнить с ценой в других магазинах. Возможно, подобное по более бюджетной цене можно купить. А может быть и дороже, как, например, с мисками. Так, ну что, коллекцию мы вам всю показали. Ролик, конечно, получился не сильно большой. Не в нашем формате, да, вот для нас это даже маленький. Да, то есть мы любим масштабно, часами здесь немножко, ну, больше тут, ну, нечего больше сказать, в принципе, вот оно все. Не забываем подписываться на канал, потому что вы первыми видите наши видео, они выходят каждую неделю, вы сразу попадаете на наши прямые эфиры, получаете уведомления, это все-таки проще, когда вы подписаны, чем искать где-то в ленте канал, вспоминать, как это называется. Ждем ваших комментариев. Любые вопросы все под видео, наши соцсети там же. Наш новый канал тоже будет добавлен в описании. Переходите, смотрите. Мы поднимаем тему здорового питания, здорового образа жизни. Вообще, как, в принципе, прожить долго и качественно. Поэтому, если такая тема интересна, заходите на наш второй канал «Теория большого здоровья». Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока!